Приветствую вас. Я думаю, что имеет смысл начать с того, как именно вы реагируете на своих родителей, на их упреки, потому что у меня, например, сложилось такое впечатление, что это не просто упреки. Ну, когда люди высказывают свое мнение, да, например, а это именно история о том, что вас это как-то задевает, это именно история о том, что вас это как-то вот напрягает, это история о том, что вот как-то вы из-за этого переживаете, вот, как-то вы из-за этого нервничаете, вот, как-то вы на это, в общем, реагируете. Вот, мне кажется, что если с чего и начинать, да, если вот, ну, на что и обращать, собственно, внимание, то вот на этот аспект. Вот. Именно на аспект того, как вы реагируете на их слова. Вот. Потому что если у них своими словами получается вызвать у вас внутренних сомнения, ну, например, неуверенность в себе, чувство вины, сомнения, страх, то это уже вопрос больше к вам. И, соответственно, помимо обучения навыкам бесконфликтного общения, вам необходимо еще и поработать с уверенностью в себе и с нахождением контакта с собой. Потому что мне кажется, что вы как будто бы ждете, что называется, разрешение от своих родителей. Ну, разрешение на то, чтобы посвятить время себе. Вот. Родителей понять можно, они беспокоятся о ребенке, о вашем и своем внуке, их как-то уже не особо волнует ваша жизнь, но для них важнее другое. Многие люди преклонного возраста позволяют себе такие мысли. К сожалению, это правда, но вот от этого не имеет смысла как-то отказываться и делать вид, что этого нет. Но, тем не менее, необходимо и свою позицию вам также отстаивать, потому что, ну, жизнь, она не заканчивается на рождение ребенка, да, и на разводе, я думаю, что вы понимаете это сами, но вот что-то вам мешает, например, эту позицию выразить более адекватно, то есть что-то вам мешает эту позицию продвигать. В смысле, что, ну, хотят родители, например, вас упрекают, да, ну, пусть упрекают, они же не будут вас насильно держать, правильно? Ну вот, скорее всего, не будут.
А вы ведете себя так, как будто вам нужно их, повторюсь, разрешение. То есть как будто бы вы не уверены в себе. Ну, может быть, это связано с вашей, вот, ну, личностной проблемой. Вот, тут нужно смотреть, потому что у вас, я не знаю, вот вы пишете, что, значит, после развода чувствуете себя морально легче, но это означает, что, скорее всего, отношения вы устраивали деструктивно, вот, со своим мужем. Вот. Если это так, вот, я имею в виду, если вы действительно выстраивали деструктивные отношения со своим мужем, то вам нужно разбираться в себе, потому что, ну, с родителями вы выстраиваете, скорее всего, точно такие же отношения. Вот. И, вероятно, они вам даже в этом помогают. Вот. Ну, может быть, сами того не желая, да, сами того не хотя. Вот, но тем не менее. Вот. Момент этот достаточно, как мне кажется, важен. Вот, если на него не обращать внимания, то ситуация может усложниться. Вот. Здесь, как мне кажется, есть еще один фактор. Фактор интереса для вас в вашей жизни. То есть складывается такое впечатление, что вам ваша жизнь, ну, не сказать, чтобы особо интересно было. Вот. Складывается такое ощущение, что в большей степени вы ориентированы на других людей, чем на реализацию своих интересов. И вы, конечно, большая молодец, что развелись, если вам было тяжело в браке. Вот. Вы большая молодец, что сделали этот выбор, потому что, я думаю, это было непросто сделать. Но тем не менее, я думаю, что вы по-прежнему остаетесь, ну, таким вот зависимым партнером. И мне кажется, что вам нужно становиться более автономным. Только так вы сможете что-то в своей жизни поменять. Вот, наверное, такой ответ сейчас я могу вам предоставить.
Учиться выстраивать личные границы с родителями необходимо. Без этого никак, совершенно очевидно, я надеюсь. Но важный момент в том, что вы сидите, занимаете позицию жертвы, говоря, что съехать я не могу. Как правило, у человека есть возможности всегда, просто не всегда устраивает некоторое, скажем так, альтернатива. То есть выход есть всегда, но он не всегда устраивает. И человек просто не принимает решения, вот, предпочитает страдать, предпочитает мучиться, предпочитает испытывать неудовлетворенность и вот всякое такое. Поэтому выход есть. Как есть у вас выход, например, ходить к своим подругам абсолютно легко. Или ходить на встречу с мужчинами тоже абсолютно легко. Только родители будут недовольны. Да, это правда. Но делать вы это можете совершенно спокойно. То же самое с переездом. Вы можете переехать, но вас не устраивают на определенные последствия. И вообще-то говоря, это нормально, что вас не устраивают какие-то последствия. Просто важно, чтобы вы отдавали себе отчет в этом. Отдавали себе отчет в том, что какие-то последствия вас не устраивают. Отдавали себе отчет в том, что что-то вам не нравится. Отдавали себе отчет в том, что ну, что-то вас не устраивает. Это абсолютно нормально. Но важно, чтобы это замечали. Вот. Сейчас, мне кажется, по большей части вы этого не замечаете. Вот. Из-за этого вам кажется, что вы в ловушке, из-за этого вам кажется, что самостоятельно вы никаких решений не принимаете, а это не совсем правда. Вот. То есть вам бы увеличить вот как раз, что называется, удельный вес управления своей жизнью. Сейчас у вас с этим есть определенные трудности, как мне кажется, но психотерапия вполне способна это исправить. Как научиться бесконфликтно общаться с вашими родителями, выражая им, в смысле родителям, свои чувства, вот. Делая это максимально адекватно. Вот. Понимаете, да? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!